Смотри, как дросят. А, блядь. А, блядь. Вдохновение – это хлеб, который подается к любому творческому блюду. Глядя на киноиндустрию, ТВ и блогинг, можно сделать вывод, что большинство контент-мейкеров в нашей стране обходится без углеводов. Но иногда встречаются такие люди, как господин Сердюков, который на личном примере показывает, что если заканчивается вдохновение в одной области, то нужно брать его из другой. Последовав его примеру, в этом выпуске я решил ненадолго попробовать себя во всем. В поисках себя. Безжалостными движениями по тачпаду, будто разрубая мачете лианы в джунглях, я пролистывал формат за форматом. Наконец, я нашел то, что давно искал. Формат, в котором на камеру нужно было хвастаться своими вещами и получать за это деньги. Покупать новое и снова хвастаться. Этот бесконечный круговорот видеоконтента называется влог. Недолго думая, я решил попробовать. Привет всем, меня зовут Серега Дружок. Это влог номер один. Меня часто спрашивают, на что я снимаю свои видео. Это телескопический экран Super Techno 22 стоимостью 28 миллионов рублей. С камерой Sony HDC 2500 за 8 миллионов рублей. Считаю, что это наиболее подходящий вариант для влога. Всем советую. Небольшая экскурсия. Это стол. Это стул. Это сценарий. Это ноутбук, за которым я монтирую свои выпуски. А сейчас я покажу вам гримерку. К сожалению, особенность конструкции экрана не позволяет мне выйти из студии, поэтому я вам больше ничего не смогу показать. А значит, это мой последний влог. Тем не менее, хочу посоветовать вам сайт всефуфайки.ру. Эту фуфайку, которая сейчас на мне, я приобрел именно там. Первый после влога. Ты не могла бы посмотреть и благодаря этой фотографии... Смешные шутки, ему бы в стендап. А, это Мэдисон, блядь. Скажем так, вот я тебе прислал, почувствовать. Летом я оставляю окна своего браузера открытыми. В надежде, что в них надует полезную информацию. Так и произошло. Я нашел видео, на котором человек просто сидел и ничего не делал. Геймеры называют это времяпрепровождение стрим. Стрим. Оу. Скука, подумал я. Как вдруг всплывающий Джон Сина и электронный женский голос ознаменовали появление на экране виртуального кэша. Он что, в доту будет играть? Спросила левая полушария. Деньги. Деньги. Ответила правая. Ты должен разобраться. Сказали оба. Я тут же решил не отставать и тоже запилил вам ламповый стрим. Обычно стримеры ставят минимальную цену на донат. 20 рублей. Я же поставил минимальную сумму доната 1 000 000 рублей. Нужно знать себе цену. Давайте начнем. Привет всем, кто только что подключился.
В ссылке под этим видео будет номер карты, на которую вы можете скидывать свои, как принято говорить у нас, стримеров, донаты. Блять, охуенно, сука. Мой счет до сих пор пуст. Видимо, стрим — это не мое. Тем более, его нельзя перематывать. А значит, я не смогу делать свои знаменитые вставки. Майнкрафт забирает лучших. Во время поиска своего места в мире YouTube я столкнулся с творческим кризисом. И мне пришло озарение. Я могу начать действовать в жанре, который с кризисом не знаком. Потому что там нет творчества. Без лишних слов. Встречайте. Топ 5 пальцев. Пятое место. Безымянный палец. Чтобы это понять, дискуссионный клуб открывать не нужно. Потому что палец, которому даже не дали имени, по определению не может занимать место в лидирующей четверке. Четвертое место. Мизинец. Он долгое время был на вершине Олимпа пальцев. Ровно до тех пор, пока я не ударился им о тумбочку, что резко подкосило его позиции. Третье место. Средний палец. Уже которую неделю подряд. Средний палец, по иронии, занимает место в середине списка. Знаете что, этот жанр на меня не зашел. Мне, как старожилу и борцу за правду на YouTube, это категорически не нравится. Поэтому топами я заниматься не буду. Не в числах счастья. Запутавшись в разнообразии контента, я хотел эвакуироваться из интернета. Выдернуть шнур и разбить модем. Но в последний момент заметил людей, которые вдохновили меня остаться в мировой паутине. Например, молодого человека, лежащего в кровати и зарабатывающего при этом $2000 в час. Или женщину, сумевшую похудеть на 30 килограмм, просто используя рецепт, доставшийся от бабки. Ну или мужчину, который родил от инопланетянина и не побоялся об этом рассказать. Встречая в интернете таких благородных и успешных людей, я понимаю, что не все потеряно, и у мировой паутины еще есть будущее. Поэтому я принял решение остаться. А сейчас простите, а мне надо отправить деньги адвокату, который поможет уладить все бюрократические процедуры в связи со смертью моего четвероюродного дядюшки, оставившего мне огромное наследство. Разошли эту новость семи друзьям. Многие контент-мейкеры ищут вдохновение в унижении коллег. Это называется диз. Один блогер обижается на другого, и вместо того, чтобы сразу же разобраться с обидчиком, стиснув зубы несколько недель, скрупулезно выписывает рифмы, подбирает музыку и сводит трек. Ведь диз — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Эта безболезненная форма драки приносит сотни тысяч подписчиков победившему забияке. Но проигравший не всегда остается ни с чем. Яркий пример удачливого неудачника сейчас придет ко мне в студию. Чтобы реанимировать свой творческий запал, я не буду делать дисс на Николая Соболева прямо сейчас. А наоборот, попробую прийти с ним к компромиссу по многим вопросам, которые нас разделяли. Пошумим! Блять, что это? Так и будем молчать? Ну, так давайте присядем. Давайте. У меня для вас подарок.
Блять, нормально. Очень смешно. Вам бы писать? Пожалуй, оставим ее там же. Признаюсь честно, я решил помириться. Но есть фактор, который мешает нам это сделать. Мы оба создаем актуальный контент на хайповые темы. Нам нужно как-то разделить между собой этот формат. Ну, давайте так. Я буду талантливо рассказывать интересные новости с небанальным взглядом на них, используя потрясающие вставки и гениальный монтаж. А я? В общем-то, можете продолжать делать то, что делаете сейчас. У нас не очень клеится примирение, поэтому давайте, чтобы познакомиться с вами поближе, я задам несколько вопросов. Ведь, как говорил один мудрец, друга надо знать в лицо. Не волнуйтесь, на монтаже мы не будем использовать запрещенный прием и перемешивать ваши ответы и выставлять вас нелогичным человеком. Хорошо? Договорились. Попробуем. Как дела? Ну, моя книга, которую выкинули. А как вы доехали? А, во-первых, я ничего не боюсь. Изучив вашу деятельность, я понял, с кого вы берете пример. С бывшего главного прокурора Крыма Натальи Поклонской. Хорошо. Вы стремитесь скрывать обманы и несправедливости. Так же, как и она. У вас такое же смазливое лицо. Есть ли у вас что-нибудь мироточащее? Позади меня. Сука, блядь. Обвиняя других блогеров во всех смертных грехах, вы не боитесь, что вас могут, вам могут отомстить? Норм. Или, может быть, вы за своим фоном чувствуете себя, как за каменной стеной? Поэтому это он чувствует себя. Спасибо вам за такие логичные ответы на вопросы. И за контент, который информативнее, чем следующая рубрика. Привет, с вами я, Фигняная биржа мемов. О том, что было и будет в трендах, расскажу вам прямо сейчас. В самом начале я хотел бы извиниться перед вами за обрыв бегущей строки в прошлом выпуске. Тот сотрудник уже уволен, и на его месте новый. Ну а теперь к свежим мем-новостям. Синоптики заявили, что лето мы уже не увидим. Это породило множество мемов в средней полосе России. Как сказал бы любой русский, проблемы существуют, чтобы над ними рофлить. В интернете стала популярной фотография жителя Помпеи. Я рискну предположить, что он был слишком чем-то увлечен. Настолько сильно, что даже не успел отреагировать на полота лава. Переходим к обзору паблоидов. Главным мемосяном этой недели в пабликах «Биржа мемов», «Борщ», «Фоч», «ФТП» и на случай важных переговоров стал несуществующий на флаге цвет. Западный мем отлично прижился у нас в стране. Рафлеры везде найдут лазейку. Раз над отечественным триколором шутить запрещено по закону, гордый Орлан пролетит над другими странами. Одним из самых заметных мемов на этой неделе стал Гусянан. Из-за него на особенно упоротых мемберов даже нападали орки. Сложно ли сделать такой мем в домашних условиях, помог разобраться эксперт из паблика на случай важных переговоров Володя Ржавый, более известный как Red21. Здорово, щеглы! Сегодня своими руками сделаем вот такой мем. Для этого нам понадобится банан, черный маркер и нож. А зачем нож-то? Сначала проверим банан. Укусим с ненужной стороны. Но сделать мем очень легко. Просто маркером рисуем гусиные глаза. Так, так. Ага. Во! Ну чё? Похоже вроде. Только не там расположены глаза. Попробуем сдвинуть на нужное место. А, ну, не очень красивый Гусянан. Бляха. А ну. Не так уж и просто эти мемы делать. Бананы кончились. Возьмем, что есть в холодильнике. А вот и нож пригодился. Так. Ну, курица, птица, гусь, птица. Сойдет. Глаза готовы. Добавляем банан. Давай, с***.
делать мемы в домашних условиях очень сложно. Я лучше пойду. Сука, ебаный банан, гусь, сука, кря. Что ж, это был эксперт из паблика на случай важных переговоров Red21. А на этом мы с вами прощаемся и уходим в заслуженный отпуск. И, конечно, на это время я не могу оставить вас на произвол судьбы, поэтому присылайте свои мемы в официальную группу Дружко Шоу. Лучшие из них будут опубликованы. Ну и, конечно, задавайте вопросы в директ моего инстаграма, там я всегда на связи. С вами был Лев Шагинян и биржа мемов. Я буду очень сильно по вам скучать. Ну и напоследок, как обычно, мудрость. Назвался мемом. Полезай в паблик. Николай, градус напряжения спал, поэтому почему бы нам не поиграть в игру? Поскольку вы написали книгу, я предлагаю использовать ее по прямому назначению. Ведь читать это невозможно. Сергей, знаете, я все ждал, когда же вы пошутите про бургер. Ну, очень оригинально в вашем стиле. Давайте мы с помощью нее погадаем. Попробуем по очереди задавать вопросы и получать ответы на страницах вашей книги. Хорошо. Я начну. Что я буду делать через неделю? Страница 49, строка 8. Съемка качественного видеоклипа требует существенных затрат времени и денег. Ну, теперь вы. Что мне нужно сделать, чтобы стать самым популярным блогером России? Страница 14, строка 9. Глупец, не занимайся самообманом. Это невозможно. Николай Соболев никогда не станет самым популярным блогером. И точка. Что-то я не помню, чтобы я такое писал. Ну, так может, вы ее и не писали? Так, ладно, давайте вы мне зададите вопрос. Угу. Как победить творческий кризис? Страница 80, строка 1. Без проблем. Творческий кризис могут победить люди, которые занимаются творчеством, а не машинально вертят головой по камерам, читая суфлера прописанный сценарий. Что-то я не помню, чтобы я такое там читал. Так вы, Сергей, все-таки читали, я правильно понял? Давайте все-таки прекратим эту рубрику. И перейдем к следующей части нашей встречи. Ответы на комментарии под вашим видео. Угу. Я даже помню наизусть. Угу. Когда же ты успокоишься и прекратишь снимать этот шлак, хайпажор? А, Сергей, а вы уверены, что вы это нашли под моим видео, а не под своим? Уверен. А я вот что-то очень сомневаюсь. Приятная была беседа. Оставлю вам, почитайте. Что же, когда мир состоял, я могу со спокойной совестью подойти к завершению выпуска. Спиннер придумал Соболев. Искать вдохновение на Ютубе бесполезно. Поэтому я принял решение уйти в отпуск. На месяц, чтобы найти его в офлайн. Но прежде чем уйти, я хочу вам кое в чем признаться. Все эти 12 выпусков мне сложно было бы сделать в одиночку. И сейчас настало самое время представить и поблагодарить тех людей, которые работали со мной весь сезон. Ведь это целая команда профессионалов, таких же, как и я. Режиссер Роман Манусаджан. Сценарист Лучкин Александр. Гример Жадан Иван, костюмер Макс Масальцев, звукорежиссер Альберт Музалевский, продюсер Дарин Евтушенко. Каждый из них мог бы оказаться на моем месте ведущего, но они предпочли остаться в тени. И напоследок, я бы хотел обратиться ко всем вам. За время моего отсутствия на канале энергетическое поле начнет ослабевать, и у некоторых может возникнуть желание от меня отписаться. Чтобы сохранить интерес, я решил сделать то, чего никогда раньше не делал.
Конкурс. Условия просты. Тот, кто сможет последним подписаться на мой канал, получит денежный приз размером 1 миллиард долларов. Дерзай. С вами было Дружко Шоу. И я, Сергей Дружко. Отдохнем немножечко. Сука.